руковожу организацией молодой, ей всего 3 года, и узнала, что необходимо следить за передачей информации в архив. Подскажите, какие документы и в какие сроки нужно архивировать? И куда с этими вопросами обращаться? К основным документам по личному составу относятся приказы по личному составу, должностные инструкции работников, трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера, личные карточки, личные дела работников, ведомости по начислению заработной платы, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам. Кроме того, для работников с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда данный перечень документов расширен. Вместе с тем, обращаю ваше внимание на то, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов. По вопросам организации документов в делопроизводстве, а также оформления и передачи их на хранение в архив, специалисты делопроизводственной и архивной службы организации могут обращаться в муниципальное казенное учреждение архив Уссурийского городского округа по адресу город Уссурийск, улица Калинина, 47, телефон 32 83 67.